Сейчас 36-летний ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев отдыхает с 6-летним сыном Платоном в Италии. Здесь спокойствие. И главное, здесь моя семья. У нас полно времени, чтобы наслаждаться друг другом. И нам хорошо. Мое лето, написал в своем микроблоге Шепелев. Как выяснилось, звездный папа не только наслаждается пейзажами и местной кухней, но и помогает сыну осваивать современные технологии. В опубликованном в Instagram видео Дмитрий Шепелев признался поклонникам, что подарил ребенку телефон. Телеведущий на отдыхе в Италии. Фото Instagram. Я подарил сыну телефон. Думаю, вы понимаете, как это трогательно. Входящий звонок, а на экране самое родное имя. Он молниеносно освоил функции, о существовании которых даже я не подозревал. Я установил автоматическое ограничение 20 минут в день, после чего телефон блокируется до завтра. Доступными остаются только аудиокниги и звонки. И сейчас самое интересное, просматриваю статистику и вижу, что после блокировки, когда больше недоступны детские игры и приложения, сын сидит в часах и погоде. Ну то есть тупо листает без смысла, поделился ведущий. По мнению Шепелева, гаджеты, хоть и обеспечивают крутой досуг, но должны быть в меру, как сладкое или мультфильмы. Меня злят родители, которые передоверяют детей планшетам. И мне жаль детей, для которых гаджет – единственное лекарство от скуки и плохого аппетита. Мои ограничения пока еще работают, но еще немного, и юный хакер с легкостью их преодолеет. В этом нет сомнений, отметил Шепелев в завершении поста. Телезвезда спросил у своих подписчиков, как они ограничивают детей от телефонов. В комментариях те разделились на два лагеря. Одни заявили, что Дмитрий слишком строг к сыну, другие поддержали заботливого отца. К сожалению, ничего не работает. Сидят обе, и я тоже, прокомментировала 35-летняя украинская певица Оля Полякова, воспитывающая двух дочерей, 14-летнюю Машу и 7-летнюю Алису. Напомним, что после смерти мамы мальчика воспитывает отец. С семьей Фриски у Дмитрия не сложились отношения. Родители Жанны заявляли, что Дмитрий не дает им видеть внука. 10 фактов о гражданском браке Жанны Фриски и Дмитрия Шепелева. Класс пост 661 899 подписчиков.